Да пребудет с вами темная сторона силы, с вами Дарт, и сегодня вы улицезреете Индоминуса Рекса. Перед этим кое-что поменяю. Бегает тут. Козьёль такой бегает. Так. Он пытается укусить гиросферу. Это клёво. Так, ну что ж, ребята, это лучший момент. Простите, не удержался. Не знаю, чем вы тут заняты. Кроме того, что играете с огнем. Так, я хочу посмотреть, как он это... Вы создаете гибрид. Опасный. Нападет на... Вы создаете жизнь, а подписываете... Метриакантозавра. Не подписывайте его себе. Или ты не нападешь? Нападет, смотри. Молодчина! Фото на миллион! Или ему вообще пофиг на то, что он тут есть? Да, ему пофиг. Очень даже неплохо. Вы как будто бы и не напрягались. Нашлось кое-что весьма интересное и выгодное. А ему все нравится, кстати. Да, его все устраивает. Пастбище, правда, еле-еле. Вы даже драться не будете? Ладно. Я Тирекса создам, точняк. И они подерутся. Выдвигаюсь забрать актив. Какой у нас был тогда, не помните? Тундра. Побережье давайте используем. Тогда еще... Ограждение сломано, только не у Индоминуса, я тебя прошу. Вот стоило джипу уехать. Он его убил. Я
Это уже не считается, да? А, не успел немного. Ладно. Кто ломится? А, как все бесит. Ну какой в жопу управлять вертолетом? Добавить ему задачу. Бесит. И этому что-то не нравится. Подтверждаю задание. Ремонтная бригада выдвигается. Без проблем. Запрос принят. Ну так ты едешь или чё? У нас есть новое предложение, с которым вам обязательно стоит ознакомиться. Сейчас они выпустят индоминуса, поместят. И было бы клево, да. Или я такого и создавал?
По-моему, я такого и создавал, да? А, нет, он немного другой. О, битва века. Че, драться не хотел? Так, интересно, как он еще справится с этим. С анкилозавром. Подожди, Индоминус испугался тираннозавра? Да не поверю. Во, давай. А, что ты делаешь? Неужели Т-Рекс победит? Не может такого быть. Ну, в смысле, в том плане, что Индоминус дороже, мне бы не хотелось его терять. А, побежал в страхе. В панике. Ну, у Индоминуса здоровья больше осталось, да. Вы издеваетесь. Что с тобой не так? Что я тут тебе понацепил такого? Две защиты, конечно. Атака 135, защита 50. Атака 66, защита 80. Надеюсь, он сейчас не кокнется в зародыше. Давайте, деритесь. Серьезно, ты не хочешь драться? Давай, 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 убей его. Ну, тут сделано так, что Т-Рекс со своими статами слабее Индоминуса. Где
дерутся, не правда, по-обычно. Подхожу к кормушке. Запрос принят. Что-то все болеют. Умирает? Не, он не должен сдохнуть. Время еще есть. Джип, едь быстрее, твою мать. Ща Индоминус у меня подохнет, будет вообще клево, смешно. 23 уже, блин, давай. А чё, он лежит, да? Ну да, ему типа пипец херово. Не умирай, чувак. Ты, конечно, жуткий гибрид, но ты должен выжить. Ты мне столько денег стоил, ты парк столько популярности принес. Давай шустрее, братан, заезжай, заезжай. Уже 18, ты едешь там вообще, нет? 17, давай. Куда ты смотришь? Выстрел. Необходимое лечение проведено. Сообщается новая цель. Передаю штурвал. Задание получено. Назначаю дополнительное задание. Общительность норм, да, они выдерживают друг друга. Все ясно. Пускай он восстановит здоровье по полной. Тогда мы выведем стегозавра. Больные динозавры не обнаружены. А подумайте, кто еще бы мог ему составить такую конкуренцию? Кархародонтозавр, защита, атака 135, защита 49. А чё с Тирексом? 128, защита 30. То есть, по сути, Кархарик у меня сильнее получается. Можно его создать. Посмотреть, как они там покажут себя.
Просто нужно карнотавра еще получить. 5 звезд это пока недосягаемо. Давайте, может, она попроще даст контракт. Нам никогда не помешают средства. Это наш вот это можно. Фига себе. А где Джиповский? Угнал уже, да? Хазмозавр проиграет, я думаю. Да, он проиграл. Это тоже проиграл. Горный и базовый, да, по-моему? Ой, не базовый, а побережье. Такие кархарики злобные, оказывается. Принимаю запрос на сбор активов. Так, он восстановил. Выпускаем. Смотрим, что будет. Интуитивное обучение мне нужно. Не, ну они должны подраться, это же в фильме было, они должны были это сделать. Выясняет, кто Альфа. Понятно, выяснили. Давай-давай, смотри, какой аппетитный анкилозавр. Да, ты его заметил. Давай-давай-давай-давай, молодец. Сейчас будет битва века. Ну, да. Да шо ты, шайтан? Шайтан. Нет-нет, вот чтобы было видно анкилозавра. Одним укусом мало здоровья, офигеть. Ха-ха. Получил головой по морде.
Это было хорошо, это было красиво. Интересно, он убьет его как в фильме или нет? Давай, добивай его. Нет. Убил как-то... Как-то по-простому. Я думал, он его перевернет. Типа как в фильме было. Похоже, что нет. Давайте, откройте мне Карнотавра уже, пожалуйста. Сколько там мне до Карнотавра-то? Да еще долго, блин. Что там в Энгене? Локации. Меловой круиз. Один из главных аттракционов мира юрского периода на северо-востоке острова Исла-Нублар. Посетители могут сплавляться по реке на байдарке, наблюдать за динозаврами в естественной среде обитания. У реки можно встретить самых разных обитателей парка, включая стегозавра и апатозавра. Превосходная работа. Примите мою благодарность. О, отлично. Еще одно задание, значит, нужно выполнить. Дать даже больше. Контракты продвигают исследования. Исследование — фундамент мира юрского периода. Ну надо же, что это у нас? Неужели контракт? Чем я волновалась? Конечно, вы не могли не справиться. Вот как надо делать дело. Доктор Роберт Берг. О, Карнотавр открылся. Отлично. Доктор Роберт Берг, считавшийся экспертом по динозаврам, был нанят Питером Лудлоу, входил в состав команды охотников, направленной для отлова динозавров на Исла Сорна. Его компетентность подверглась сомнению, когда он неправильно назвал попавшегося им компсогната. После нападения тираннозавр Рекс на лагерь наемников Берг Ник Ван Оуэн и остальные побежали к располагавшемуся поблизости водопаду. Когда в рубашку Берка заползла безобидная молочная змея, он запаниковал и выскочил из безопасного места, чем не преминул воспользоваться голодный тираннозавр. Ну что ж, дорогие подписчики и зрители канала, на этом все. Открыли Карнотавра. Вот, он будет изучаться. В следующем видео будем добывать и, возможно, уже создадим Карнотавра. Надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу, канал обязательно. Ссылка будет в описании, узнавайте о выходе новых видео и делитесь вашим мнением в комментариях. Всем пока!